Без меня не было бы революции. Без меня не было бы республики. Нет необходимости насильно тащить меня на казнь. Те, кто будет жить после нас, захотят знать, что за люди мы были. Пусть же они не думают, что мы были не лучше тех, кого мы смели прочь. Я знаю, нас приговорили к смерти. Я знаю этот суд, ведь это я создал его. И я прошу за это прощение у Бога и у людей. Он был задуман не как бич человечества, а как последнее средство борьбы против разнузданного безумия трусливых, жестоких и злых людей. Вместо этого он превратился в убийцу совести. Те, кто посмотрит на нас из будущего, должны знать, что я, Д'Антон, не имел такого намерения. Если я сейчас защищаю себя сам, я делаю это для того, чтобы защитить все то, что мы задумали. То, чего мы достигли. А не для того, чтобы спасти свою жизнь. Мы уничтожили тиранию и привилегии. Мы покончили с древним злом. С существованием прав, недоступных для простых людей. Мы покончили с привилегией богатых и знатных от рождения получать важные должности в государственных учреждениях, в церкви, в армии, во всех органах этого огромного тела французского государства. Мы провозгласили самого скромного человека равным самым великим людям этой страны. Мы завоевали свободу для себя и дали ее нашим рабам. И мы оставляем ее миру, чтобы он строил будущее на фундаменте надежды, которую мы ему дали. Это больше, чем победа в сражении. Это сильнее, чем все мечи и пушки, чем вся вооруженная кавалерия Европы. Это чаяние и надежды всех людей во всем мире. Это стремление к свободе. Наши жизни, посвященные этому, отданы не зря. Вперед, сыны отчизны милой, мгновение славы настает. К нам тирания черной силой с кровавым знаменем идет.